hasta que Dios lo quiera. Me voy de aquí hasta que Dios lo quiera. Si usted cree que ser hombre es matar. Завтра на этом же месте нам дадут лошадей, и мы поедем в горы. Как будто бы с какого-то фильма. Да. Мексиканская деревня. Музыка. Музыка, собаки, ковбои. Лошадь стоит. Собака, смотри, как волос подогнула. Видимо, и пинают ее часто. Несчастная. Ребят, вот такие будни в мексиканской деревне. Всего 150 километров от Мехико-Сити. Здесь 12 часов 10 минут дня. Сейчас мы на ферме. Хотим взять лошадок и обкатать их. Карлос в родном. Короче, ребята, эти петухи, они бойцовки. Специально выращивают для того, чтобы справиться с ними дальше. Ну а вот это стандартный дом, в котором живут мексиканцы. Обычная такая вот комната и кровать. Ничего более. Все открыто, заходи.